Вас ждет сказочная новогодняя ночь. И не забудьте сбоем часов загадать желание. Волшебный миг, волшебный миг, как будто в сказке о голосе. Да, я бы хотела оказаться в сказке. А ты? А я не могу тратить время на эту антинаучную чушь. Мир стоит на пороге квантовой революции, а ты – сказки. Там на улице снежок – настоящая новогодняя сказка. Лариса Леонидовна, ведь каждый образованный человек знает, что никаких волшебных сказок не существует. Что сейчас произошло тоже. Так что же случилось? Пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра.
Зови меня просто дедушка. Так мы сэкономим уйму времени. Тем более, что время нам сейчас очень понадобится. Кощей Бессмертный отправил к нам свою нечисть, и они похитили Снегурочку. А следом за ней из нашего мира ушло все волшебство. Ну вот, опять сказки. А совсем скоро из нашего мира исчезнут все научные изобретения, все знания, которые накопили люди за тысячи лет. И если Снегурочку не вернуть до полуночи, то время остановится, и мы вернемся в ледниковый период. Ну этого не может быть! Еще как может! Ведь в сказках вся мудрость человечества! А если сказки исчезли? Нам нужно срочно что-то предпринять! Ох-ох-ох! К сожалению, взрослым путь в сказку закрыт. Дедушка! Я могу пробраться в Кощеево царство и спасти Снегурочку. Так, так, так. Ишь ты. А не испугаешься, если я тебя в сказку впущу? Я с тобой. Воспитание не позволяет отпустить девочку одну в такое опасное путешествие. И хотя я прекрасно понимаю, что никакого Кощея не существует, и это всего лишь одно малонаучное воображение, но все же. Вот как. Ну что ж, хорошо, я согласен. Идите в сказку вдвоем. Там узнаете, что есть, а чего нет. Но ждет вас дальняя дорога. В этом нет секрета. Чтобы вам помочь немного, дам я три совета. В сказке помощи не ждите, сами по дороге отправляйтесь. Помогите всем, кто ждет подмоги. Ожидает путь вас долгий, и к тому ж не скрою. Зло узнать под маской доброй нелегко порою. Придется туго, надо не теряться, а покрепче друг за друга вам, друзья, держаться. А покрепче друг за друга вам, друзья.
прошу вас мне помочь. Но тропе мой дерево спустится. Как нам быть с бедою? Yeah.
убежит. Убегу. Вот. Да куда же она убежит? Это ж тупик нечистой силы 13. Место гиблое. Кругом одни поганки да мухоморы. Без провожатого дорогу не найдешь. Не найдешь. Тогда развяжите меня. О, развязывайте. Давай. Хорошо, верчу. Обмануть хочу. Ты. Ну, здравствуй, ягодка моя. Давай знакомиться. Я бабуся Егося. А это моя команда. Кот Матвей и Леша. Здорово! Снегурочка. А? Это мы знаем. А чё ж тущий-то такая? Видать, Дед Мороз совсем голоду заварил. Видать, сам шоколадки трескает. А ты только с детишками хороводы водишь, да песенки поешь, да? Неправда. Неправда. Что? Не поешь? Нет, почему? Пою, но... О, вот и допелась, ягодка моя. Теперь Кощею петь будешь. Не буду. Ешь! Ты какая смелая. У Кощея хочешь не хочешь, запоешь. Камень, ножницы, бумага. Поговорим по бабе, а? Тут вот какая история. Решил Кощей новогодний праздник устроить. А как? Не знаю. Но мы тут посовещались, за людьми понаблюдали и решили устроить шоу «Голос». Голос? Ага. Ну да, конкурс певцов среди нечистой силы. Ну, Кощей, как положено, наставник. Мы участники, он должен был повернуться. Самому голосистому злодею во всем Кощеевом царстве. Да тихо ты. Мы пели-пели, пели-пели, а он так и не повернулся. И вместе пели по очереди, не поворачиваясь. А потом как раз отлится и говорит... Надоела мне ваша самодеятельность. Душа прекрасна. Достаньте мне Снегурочку. Пусть она мне песенки поет. Эй! Вот ты мне как артист артисту скажи, что мы не так делали? Костюмы достали. Достали. Инструменты украинских музыкантов украли. О, украли? Репетируем. Ага, каждый день. Что не так? Ну, я не знаю. А может, вы споете что-нибудь, чтобы было понятно? Ну, это мы можем! Итак, зрители взяли в руки телефоны, музыканты – микрофоны. Снегурочка взяла в руки себя, потому что на сцене вокально-инструментальный ансамбль «Дикие гитары». Yeah!
сразу сработало. Опять кто-то в наш лес пробрался. Ой-ой-ой, интересно, а кто бы это мог быть? Сейчас мы и узнаем. Эники, беники, метелки, феники. Вот они. За Снегурочкой иду, да? Где? А как же наш праздник? Дядя Кощей обещал устроить его только для нас! Это их Дед Мороз за мной послал! Ой! Ой! Будет там опять от Кощея нахлобучка! Тихо! Тащите Снегурочку, а? Кощею! Рули сюда! А я их здесь встречу! Нужно их обмануть! Одолеть, разлучить и сожрать, да? Но только вы, молчок! Через 6 шагов вы прибудете в место назначения. Вы прибыли в место назначения. Вот и пришли. Да, примитивный гаджет, а действует. Неужели здесь и правда Баба-Яга живет? Что-то не похоже. Мне нравятся птички и рыбки, веселая трель ручейка. И я не могу без улыбки. Ужин и ночлег, я печку издобыла. Ведь мальчик и девочек я очень люблю. Над кровью у старой избушки струится дымок голубой. Ко мне как живые игрушки. Приходят зверушки гурьбой. Здесь ждет вас ужин и ночлег. Я печку истоплю. Ведь мальчик и девочек я очень люблю. С Белоснежкой все знают мою доброту. Спеши ко мне, путник, не мешкай. Я чую твой дух за версту. Здесь ждет вас ужин и ночлег. Зачем пожаловали? А? Мы
Снегурочку ищет. Не видали? Снегурочку. Снегурочка. Такой маленький, такой хорошенький. Такой нет. Видите ли, первоначальная цель нашей экспедиции – проникнуть в так называемое Кощеево царство. Касатики мои! Погубит вас Кощей! Всю утробушку! Ха-ха! Выезд, кровушку! Ха-ха! Выпьет белые косточки! По ветру разметает! По-моему, вы несколько преувеличиваете возможности этого Кощея. Я? Я? Да знаете ли вы Кощееву силу? Иван-царевича кто погубил? Кощей бессмертный, финиста ясного сокола кто извел? Опять он! И не вздумайте, супротив него идти! Делай, как я. Спасибо, все было так вкусно. Спасибо. Вот и славно! Эй! Печка! Царевича простить не могу. Будешь у меня сидеть одна до конца всех сказок. Никто у тебя пирожка не съест. Слова доброго тебе не скажет. Без слова доброго ты мои владения не покинешь. Век моей рабыни будешь. Иди в кладовку. Опять придется самой костер разжигать. Нет, а ты? И я не сплю. По-моему, это баба-яга. И она нас съесть хочет. Да что ты, Витя? Мне нравятся рыбки и птички. Я с ними не шутки шучу. Сырыми их ем по привычке. Солю мариную копчу. Солю мариную копчу. Солю мариную. Кипи вода, куди очаг. Кипи вода, куди очаг. Недаром я не сплю. Ведь мальчика и девочек. Ведь мальчика и девочек я очень-очень-очень люблю. Застрябать обед, не игрушки. Свободные блины на первые супы с лягушки. Салат из дурма пельмени. Салат из дурма пельмени. Салат из дурма пельмени. Кипи вода, пить очаг. Кипи вода, пить очаг. Недаром я не сплю. Ведь мальчика и девочка. Шуруй, кочерёжка, залу, жаркое из вашей нити. Сегодня подам я к столу. Сегодня подам я к столу. Сегодня подам я. Кипи вода, иди в очаг. Кипи вода, иди в очаг. Недаром я не сплю. Ведь мальчика и девочек. Ведь мальчика и девочек. Закончилось. Пойду у Кикимора одолжу.
спасибо большое, ребята, что расколдовали меня. Вот вам горящий уголек. Куда он покатится, туда за ним смело искупайте. А теперь пойдемте, я выведу вас из владений Бабы-Яги. А я маму свою не видел. Вот. Говорят, ведьма была. А кто, какая ведьма, не знаю. А все вокруг тебя шпыняют. Все тебя сранят. Как ты от тебя... Злодейство требует. А у меня, может быть, душа нежная, как цветок. Жилось привольно лешему, на славу я гулял. Иконному невежему проходу не давал. Но в город волей случая попал я, вот беда. Теперь мне глушь дремучая постыла навсегда. Поверьте лешему, е-е-е-е, любу. Но жить по-прежнему, но жить по-прежнему. И я небо, 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 небо. О том, что свет мучения зимою и весной, твержу без исключения всей нечисти лесной. Обидно жить лохматым и досадно пить из луж, когда вся сила в атоме и в химии к тому ж. Поверьте лешему, е-е-е-е, но жить по-прежнему, но жить по-прежнему. Я небо, 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 не могу. Вот так. Дядя Леша, мы не хотели вас обидеть. Вот ты мне сразу понравилась. За ласку твою могу дорогу в Кощеево царство указать. По-честному? Да за кого ты меня принимаешь? Только ты мальчишку этого брось, пошли. Нет, пошли. Я без ветер никуда не пойду, отпусти. Эх ты! Ну что ты с девчонкой связался, а? Брось ты ее, а я тебе, как мужик мужику, дорогу в Кощеево царство укажу. Согласен? Спасибо, я согласен. Витя! По рукам! По рукам! Отпусти меня, мальчик! Я больше не буду! Кем подошла? Бабой-Ягой! Цель! Разлучить!
видеть вас! Отпусти меня, мальчик! Так и быть! Спасибо, мальчик! До свидания! До свидания! А, не надо! Ну что ты? Это с ним! Пустяков электрический кратряд! Чего это он так затрясся? Цыплятки, слезай, приехали. Игре конец, я дикий кот. Подам-удам, мой первый ход, последний ход. Подам-удам. Мой метод прост. Я не люблю тянуть кота за хвост. В моих зрачках ночной кошмар. Бада-буда. Один прыжок. Ха! Один удар, вода-вода, мне ни к чему второй заход. Я не люблю тянуть хвоста за кот. Ой, оговорился. Я бью лишь раз, и я быстро смел. Вода-вода, собаку я на этом съел. Вода-вода, я кот Матвей, мой метод прост. Я не люблю тянуть кота, мяу, 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 за хвост. Без хитростей. Я ведь им сразу предлагал вас сожрать. Сожрать? Зажру. Вы, голубочки, пока тут попрощайтесь, обнимитесь, поплачьте. Любите выть? Войте. Я страшно люблю, когда воют. А сказки любите? Маша их столько знает. Сказки? О, Маша, да. Жалко будет тебя есть. Ну да ладно, заводи напоследок сказку. Сказка про репку. Про кого? Да про репку. Овощ такой. А, овощ. Ну, про овощ давай. Посадил дед так. Репку. Выросла репка большая-пребольшая. Тянет дед, подтянет. Тянет. Тянет, а вытянуть не может. Вот слабака. Позвал дед бабку. Ну? Бабка за детку
Детка, за ветку тянут, потянут, а вытянуть не мог. Ха, вот слабаки, а! Позвала бабка так. Жучку. Кто такая? Да жучка, маленькая собачка. Не надо жучку. Жучку пропускаю. Хорошо, позвала жучку, то есть гав-гав, то, что мы пропускаем, кошку. Ну, кошка. Ну, кошка же это совсем другое дело. Кошка – это хорошо. Кошка за бабку, да. Бабка за детку, детка за редку. Тянут, потянут, а вытянуть не могут. А вот в это я поверить не могу. Извини, не могу! Маша готова. Тогда позвала кошка мышку. Маша, бежим! Thank you.
растрогала! Всю правду в глаза рубанула! Что, на жалость давишь? Думаешь, совесть меня замучает? А вот и нет! Нет у меня совести! Бессердешь меня! И никуда тебя не отпущу! Опять? Это чё? Сигнализация! Стой! Не как защитнички твои, пришли тебя спасать, а? Пошли все! Ну что они, где они там? Эй! Кощей! Отпусти немедленно Снегурочку! Ас! Это что, лягушонка в болоте квакает? А нет! Это комаришка в лесу пищит! Боишься меня? Тебя нет ни сколечки! Как? И не содрогаешься? Ни капельки! Говорил, маска не страшная! Это что такое? Дядя, ну что? Чего же мне тебя бояться? Ведь я все про тебя знаю. Что? Ну-ка. Смерть у тебя на конце иглы. А? Да ну! Игла в яйце. Что? Яйцо утки. А, тихо, тихо, разболталась тоже мне. Вы тоже все. Я ведь тоже про вас все знаю. Вот ты, Маша, радость наша. Любишь разные глупые сказки, которые я скоро уничтожу. А ты, Витя, ученый, пятачок копченый! Кто ты там? Физик, химик, биолог? Хотя какая разница? Почему твой век? Уважаемый биолог, дорогой профессор кислых щей, бьешься ты уже столетия над секретом долголетия, а его давно открыл Кощей. Я хитер, я зол и жаден, груб, жесток и беспощаден. Хладнокровно действую мечом. Неизвестны мне сомнения, стал я сердце на хранение и не сожалею ни о чем. Утром чахну я над злата, днем слоняюсь по палатам, скучновато жизнь моя течет. Я бессмертен, да я свечен, потому что бессердечен. Или может быть наоборот. Oh!
Я все волшебства чародейства пробовал. Всех этих ворожеев и волшебников казнил? Казнил! Казнил! Ничего не помогает. А если я тебя вылечу, освободишь Снегурочку? Нет! Ладно, освобожу! Только ты мне средство свое открой сначала. Нет, ты вначале Снегурочку освободи. Нет! Не-не-не-не-не. Ты сначала мне свое средство открой. Нет, ты! Нет, ты! Нет, ты! Нет, ты! Нет, ты! Нет, ты! Сбежали! Догнать! Схватить! И сожрать! Бегом! Нет, я лучше в болоте спрячусь! Там безопаснее!
Дедушка! Здравствуй, милая! Здравствуй, дедушка! Ох, спасибо вам! Спасибо вам, Маша и Витя! Ну, а теперь самое время праздник начинать! С Новым годом! Объяснить нам не успел ни один учебник.